Привет. Как жизнь? Нормально? Нормально. Так, у меня новый телефон. У меня очень новый телефон. Я пошел позаписывать новый телефон. Да, у меня новый телефон, ребята. Как раз на день рождения мне подарили много денег, и я его купил. Так, ну что, я решил записать Standoff. Standoff, конечно, это мой любимый игр пока что, поэтому заходим в кота, что правильно. Потрясись, скорее смартфон. Приготовил мега... А, у нас идет запись, да? Ну, тогда заходим за терф. Хорошо, у нас идет запись. Надеюсь. Мик работает. Так. Как помните, у меня не было скина на АКР. Сейчас его успешно приобрел, потому что у него был дорогой дробаш, но мне есть еще дороже. Не хватает вот на этот скин. Пацаны, я ВХ скачал еще на этот телефон сквозь мок, но я его замажу на монтаже. Серьезно, что это было? Просто изи, изи, изи. Если этот ролик наберет 4 лайка, то я запишу Call of Duty. Да, почему нет? Потому что это мой новый телефон, и он позволяет скачать такую увесистую игру. Для моего старого телефона это было очень много. Сколько у вас? У нас много. Я не то купил. Ну ладно, попробуем с Юспенского. Добрый день, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Го-го-го. Бомба, не стой ФК. Бомба, подумай над этим. Бомба, подумай. Бомба, подумай. Господи, слава богу. Ну что, Юспенский, как с тобой играются? Я не знаю. Из него вообще можно ли играть? Так, Юспенский меня пока радует. Либо я качал свой скилл, либо удобнее играть на этом телефоне. Я пока не определился сам. Так, он один на меде, я пойду его вот здесь вот выйду. А, так все, он не на меде уже. А, ну нормально. Ну хорошо, хорошо. Не, ну, ваншот на Юспа, где вы еще такого увидел. Видите? Так. Давайте подкупим. Подкупим. Я хочу с АВМ поиграть. Изи килл. Ладно. Не судьба, значит. Ай, я ж попал. Блин, я же попал. Ну шо, не судьба. Такс. Чё, закупаться уже можно, да? Тогда я покупаю АВМ и свой диглон. И наши с медомок собрались, я тоже одну вырубил. Нормально. Вот эта вот катка мне понравилась. Только потому, что мы вот так вот с ВМК сыграли. Ну зачем он вышел? Ой, меня забросили. Нет, не точно. Блин, ну надо было это делать, а.
человеку, на которого навесят неблагодарный труд сочинять рапорт про всю эту канитель. Рапорт? Ну, при чем здесь рапорт? Ну, а как же, придется ведь как-то отчитывать. Он тут оправил. За проведенную войсковую операцию. Опять же, обоснование расчета сил и средств, списание труда... Да он только что прыгнул. Оплата простое судно в инвалютных рублях. Глумитесь, Владимир Николаевич. Да что, Павлович. Никак нет, действительно, искренне переживаю. Кстати, не сочтите меня... Я его слышал. Отвезут на вокзал. Да, разумеется. Сережа, отвези Владимира Николаевича на московский вокзал. Я потратил все свои деньги на ВМ. Я буду учусь играться в ВМ. Я наращиваю свой скилл на ВМ. А может, когда-нибудь мне и выпадет скин на ВМ. Ну, или я ее сам куплю. Не знаю, уж. Тихо. Кто-то прыгает. Извини, вот здесь. Где прыгает? Подо мной. Подо мной, подо мной прям. Ну, блин, ну. Я не морально одноглазый. Ну, ладно. Я равно сейчас запись не идет. Реально вот орать буду. Вернее, ладно, запись идет, все, окей. Держи. Постой. Погнали на мид. Аллах Акбар. Зря ты так. Разве там есть? Вот за этот подарочек спасибо. Там нет. Рядом есть. Это подгончик. Полно не будет. Сзади. Спасибо за игру. Сейчас пойдем и ищем. Я прямого. Ладно. Так, надеюсь, сейчас нас затащит. Нет, он уже запушивает. Хорош. Он что, АФК стоял? Ну ладно, вы хотите, чтобы я поиграл с Калашкой? Давайте, да? Окей, устроим это. Не хочется унижать само начало с первого. Это 4-2, а я уже унижать, что ли? Ну, ребят. Ну, давайте. Аж вы так просите. Буду унижать. Тем более, это раст. Я зря спалился, чувак. Серьезно? Минус 0? Угу. Я потом что по-другому стрелял, наверное. Ну, ему-то минус, там 99 минимум. То есть, да, минимум. Да. Сливаем мы пока знатно. Сейчас попробуем затащить. Я все равно тебя. Ну шо? Я у мамы крыса. Terrorists win.
Вы видели, как я унизил его, да? Да, да. Заходим, 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 заходим. Мне понравилось сейчас унижать. Вы в конце обращали внимание, что если вот так вот сделать, такой звук будет. Нифига. Ну ладно. Окей, я почему-то этого не знал. Не совсем хорошее время я выложил поправить микрофон. Я вроде убил его. Ну, вроде пока унизил. Пойду-ка я заполнчу. Так. Так, мы заполнили мы бомбу, да? То есть пошли. Так, заходим. Заходим. Я не знаю где. Нифига себе, это было жестко. Это было жестоко. Жестоко. Почему у них двое? То есть один сдох. Не знаю, фигня какая-то. Так, смотрим. Ай, вулхак подкосил. Ну, в начале видео вулхак нормально сработал, правда, я его не настраивал. Ну да, это было жестко, конечно. Чё, рано никого? Да, допустим. Ладно, пошлите в ту ныкалку. Вот плохо то, что я слышал то, что кто-то перезаряжался. Окей. Что там делал? Со своим NPC. Пацаны, ну их мало. Давайте перейдем за них. Я не успел. Блин, я так надеюсь, они сейчас затащат. Красиво. Так, теперь они вполне себе могут затащить. Так. Надеюсь, он не затащит. Я прям очень надеюсь, что не затащит. Блин, куда они сложили? Нет, ты спалился, чувак. Блин, ну я пытался им помочь, но не успел перейти. Ребята, если вам понравилось видео, то почему бы не поставить лайк, не поставить, да, подписаться, там, все дела. Видео набирает 3 лайка, я ухожу на пенсию вместе с Call of Duty, то есть Call of Duty у меня на телефоне. Всем удачи, всем пока-пока и до скорого.